Наш телеканал продолжает предновогоднюю акцию, организованную совместно с партнерами медиахолдинга «Тверской проспект». В течение всей недели мы выходим на улицы города, поздравляем жителей областной столицы с грядущими праздниками, а также даем им возможность передать поздравления своим родным и близким. И все это с участием одного из главных героев Нового года – Деда Мороза. И вновь медиахолдинг «Тверской проспект» вместе с партнерами вышел на улицы города, чтобы поздравить жителей областной столицы с наступающим Новым годом и вручить им ценные подарки. Условия все те же. От горожан теплые и светлые слова в адрес всех жителей Верхневолжья, от нашего Деда Мороза предновогодний сюрприз. Поздравляем всех тверичей с праздником, чтобы в новом году было все намного лучше, чем в старом году. Новогодние праздники – отличное время для того, чтобы уделить больше времени себе и своему здоровью, и лучше всего доверить эту работу профессионалам, например, тем, которые работают в больнице Пирогова. Больница Пирогова – это специализированная высокотехнологичная медицинская помощь по всем направлениям. Все они обеспечивают комплексный подход к пациенту, гарантируют координированные усилия в случае экстренной ситуации. А вот эта тверская семья сможет на новогодних праздниках посетить одно из самых удивительных мест Тверской области – усадьбу Судемир. Приглашаем всех на увлекательные сафари-экскурсии на оленью ферму «Усадьба Судемир». Обитатели фермы, уличные забавы с Дедом Морозом и Снегурочкой, салют со стен Кремля. Все это ждет гостей до 10 января всего в 30 километрах от Твери в деревне Судемирка. Поздравляем всю Тверь, всех тверитян, весь регион с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы все болезни, все беды остались позади. Новый год был намного лучше, чем старый, ушедший. По-настоящему особенным может стать Новый год для вот этой жительницы Твери. Специально для нее Дедушка Мороз подготовил подарок от Центра китайского массажа. Всех поздравляю, желаю здоровья, самое главное, счастья в семью, достаток и благополучия. Единственный в Твери центр китайского массажа Чаншо приглашает вас на бесплатную консультацию доктора высшей категории. Лечение остеохондроза, межпозвоночных грыж, боль в спине, головные боли, а также расслабляющий массаж с маслом и для похудения всего тела. Пенсионерка Лариса Кузина из рук Дедушки Мороза получила в подарок сюрприз от центра «Трейдин». Только в декабре автосалон «Единый центр Трейдин» всем покупателям дарит подарки. Выгодные условия на покупку, продажу и обмен авто. Бесплатная комиссионная продажа вашего автомобиля в кратчайшие сроки. Полная проверка авто сертифицированным экспертом-криминалистом. Гарантия юридической чистоты всех автомобилей. Поздравляю весь наш народ и в первую очередь всех жителей города Твери с новым наступающим 2021 годом. И желаю нам в следующем году однозначно прожить его лучше, чем 2020. Всем здоровья и чтобы у всех все было хорошо. На этом поздравления жителей Твери от нашего телеканала и партнеров медиахолдинга «Тверской проспект» не заканчиваются. Совсем скоро Дед Мороз вновь выйдет на улицы областной столицы с ценными подарками для тверитян.